объясни, ты можешь найти мука? Да. Лук? Мука. Мука, муку? Муку. Муку. Муку? Муку. I think it is мука. Я согласен. Окей. Это мука, товарищи. Это мука. Добрый день, дорогие наши телезрители. Сегодня мы готовим национальную еду Соединенных Штатов Америки в честь Дня Благодарения. Можно... И главный шеф-повар это Адам Аронс. Эту. Что эту? Вот эту? Да, пожалуйста. Он хорошо говорит на английском, чуть-чуть хуже на русском. Соответственно, я более-менее говорю на русском и совсем плохо на английском. Поэтому нам не так легко работать вместе, но я думаю, мы справимся. Итак, мы соскребли всю ржавчину с этого противня. Так, чуть-чуть. И чуть-чуть муки, чуть-чуть. Чуть больше. Еще. Отлично. Окей. И, дамы и господа, телезрители, мы объявляем конкурс. Почему телезрители? А кто? Мы объявляем конкурс на самое оригинальное название данного блюда. Победитель получит возможность съездить в Америку в гости к Адаму Аронсту. Помадом не в восторге. Здравствуйте, люди из я готовил, сейчас готовлю первый день, ужин для первого дня благодарения в Пушино. Я очень рад, я очень счастливый. И это было будет очень-очень вкусно. Адам! Тебе поздравления наши, мы продолжаем. Адам, может быть, тебе помочь это взять, убрать? Может быть, это спрятать? Да, я не знаю, где возможно. Куда? Куда? Куда возможно? Может быть, прям туда? Или прям сюда? Она же пойдет, нет? Это оригинальный Адам Аронс. Я художник. Он художник. Он творец. Он творец новых совершенств. Он знает свое дело. Он не боится сделать что-то новое, что-то непонятное, то, что он никогда еще не делал. Это Адам Аронс. Я правда человек. И он человек. Жанна. Я не гопник. Гопник? Гопник. Гопник. Я не гопник. Ты не гопник. Нет, только человек. Адам, скажи, чё? 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 Что, гопник? Гопник. Ты мне что-то говоришь? Что ты? Ты мне это сейчас говоришь? Домно. Домно. Эй, парень, ты ешь что-то закурить? Нет, я не курю. А чё так грубо-то? Адам Аронс. Это я. Он не робот, он не гопник, он человек. Гопники это не человек. Адам, а ты знаешь, кто такие гопники? Да, я с брюками спорта. Да. Спортивными. Спортивными. И короткие волосы. Скинхед. И что еще? Они, знаешь, как они носят шапки? Polite. And they don't polite. They don't. Polite. Polite. They are not cop. They are not. Не polite. Не polite. Не police. Police. Не polite. 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 Я понял, но я просто так пошутил. Polite. Чуть-чуть больше. Муки. Муки, да, но я не, ты я не уже. Спрятал. Убрал. Убрал. Я убрал. Убрал. Не будет места для фотографирования скоро. Да, да, да. Ну и здорово. Нечего фотографировать. Это достаточно, спасибо. Достаточно?
Понятно. Да, понятно.